Прощайте, голубчик, прощайте. Спасибо вам за ваши ласки, за ваше радушие, за вашу любовь. Никогда вовеки веков не забуду ваше гостеприимство. Очень жаль, что вы уезжаете, голубчик. И вы хороший, и точка ваша хорошая. Как жаль, очень жаль, что вы уезжаете. Все необокушнее. Привык я так вам. Какая публика всегда. Просто великолепная публика. Что больше никогда вас не увезу. Голубчик мой Иван Алексеевич, мне теперь наливки не с кем будет выпить. Конечно, особый поклон Вере Гавриловне. Жаль, не успел с ней попрощаться. У вас чудесная дочь Гаврил Петрович. А главное, за что спасибо вам, так это за ваше содействие и помощь. Без вас бы я со своей статистикой да оттеплять весь попасть. Жаль, очень жаль. Видимся еще мы с вами. Вы уезжаете, голубчик. Бог знает, но где моя никогда. Конечно, никогда. Не знаю, мы больше не совались. Какая же немедленная Бога. И сотворим последний. Прощай, потускнеют сознаний. Наравне с мы с вами и плодами фантазии. Однако чудный ветер не
зачехните на пусти. Я искал, искал вас, хотел проститься. Ну, прощайте, я ухожу. Да, мне пора идти 5 верст, да укладываться надо. Ну, не поминайте лихом. Спасибо вам за ваше гостеприимство и радушие. Спасибо, будьте счастливы и живите скорее. Кажется, ничего. Постойте, не уходите, прошу вас. Да, не хочется уезжать в такую хорошую погоду. Вера Гавриловна, живу я на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Так что с аллеями вздохов, рандеву и поцелуями знаком только понаслышке. Да-с, ненормально, увы. А чего же вы так, Иван Алексеевич? Не знаю, вероятно, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Да-с, я не богатый и скромный человек и непривычный к движениям и к людям. Честно говоря, когда я к вам сюда ехал, ожидал здесь встретить скуку смертную и одиночество, и равнодушие статистике. Ох, какие все оказались чудесные, добрые, милые люди. Спасибо вам за ваше гостеприимство и радушие. Впрочем, я уже вам это говорил. Да-с. Давайте провожу вас.
вами. Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Вы не здоровы или сердитесь? Ужасное положение, ужасное. Чем же оно ужасное? Не понимаю. Я люблю.
я понимаю, что не заслужил такого с вашей стороны чувства. И как честный человек я должен сказать, что счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны одинаково любят. Извините меня, я вас настолько уважаю, что мне больно. И больно до того, что умереть хочется. Господи, да что же это такое произошло? Неуклюже и топорно отказался.
Да нельзя же насильно полюбить. Но когда же я полюблю ненасильно? Слепой и бесчувственный человек. Увы, душа моя бессильна, душа моя стара. Ах, Верочка, Верочка.